Вот вам боевой педераст. Мы показываем это лишь потому, что все уже выложено в сети и никаких секретов. Николай Худяков из ВЧА-7286 Харьковской теробороны, чью роту уже прозвали «Голубая устрица». Ротный против воли бойца вжарил ему под хвост. Я Худяков Николай Иванович, 1988 года рождения. Родился в Новосибирске. В 3-летнем возрасте переехал на Украину. В теробороне с 26 февраля. Боевой педик. Извините, что такое боевой педик? У меня в приказном порядке командир роты вжарил под хвост. В смысле, изнасиловали вас? Да.